Я бы хотела работать в телевидении, чтобы делать людей веселыми и счастливыми, чтобы они знали все новости и события, которые происходят с ними. Я хочу стать программистом игр, потому что мне нравятся видеоигры. Я хочу стать певцом и киноактером, потому что мне очень хорошо получается, и то, что я хочу в будущем зарабатывать на этом деньги. Я хочу стать футболистом, потому что мне очень нравится этот вид спорта, и я над этим стружусь. Я бы хотела стать известным математиком великим или физиком, потому что мне интересны эти предметы, и я очень хочу открывать новые законы. Я хочу стать футболистом, хочу стоять на воротах Манчестер Юнайтед. Футбол – это мое любимое занятие, я хочу стать лучшим футболистом мира. Я хотела бы стать дизайнером-архитектором, потому что я очень люблю рисовать. Я хотела бы соединить свое рисование с какой-то профессией, которая поможет людям смотреть только на красивое, чтобы весь мир стал красивым для наших глаз. Я хочу стать ветеринаром, потому что я очень люблю животных, там всяких кошек и собачек. Я хочу стать палеонтологом, потому что как только я узнал о палеонтологии, я сразу захотел им стать, потому что это очень интересно. Делать раскопки и находить останки животных. Знаешь, радость — это хлопья с молоком, пробуй, я угощаю. Тут до края света 5 минут пешком, ну а мы долетаем. В облаках никто не сможет рать, глядеть наши белые кеды. А мы там, где прямо каждый день можно спать до обеда. А знаешь, все мечты такие сладкие на вкус и цвет. И выше неба ты мне улыбнись, я улыбнусь в ответ. Давай полетаем, что ли, это так легко ли, не волнуйся, я. Я хотел бы изменить в будущем, чтобы люди, они ездили не на машинах, которые не на бензине едут, а на велосипеде. Я бы хотела, чтобы в будущем люди занимались побольше экологией. Ну, я хотела бы придумать какую-то новую технологию по написанию программ или изменить уже существующую. Я бы хотела изменить то, что все сейчас воюют, все должны в мире дружить. Я хочу создать добрую, хорошую семью и частный дом себе. Хотел бы изобрести эликсир молодости и эликсир бессмертия, чтобы все люди жили на планете и радовались. В будущем я бы хотел бы изменить наш город. В том смысле, чтобы он стал намного чистее. Я бы хотела, чтобы было меньше бензиновых машин и больше электрокаров. Также я хочу сделать электрокар, но на сегодняшний день электрокара самого мощного хватает на 1000 километров. Я хотел бы, чтобы его хватало на 5000 минимум, и чтобы он заряжался менее чем за час. Ура! Победа! Победа! Сломанная ручка, книжка, теорема. Здесь оказалось скучно, я жалею, что хотел. Учиться здесь, никогда нам не учиться здесь. Учиться здесь, учиться здесь, никогда нам не учиться здесь. По-любому я учиться не буду, теорему не буду учить. На биологии мечтала о танцах, танцполы все покорить. Ты меня не тронь, ты меня не тронь, видишь, как урок.
Я хочу стать архитектором, потому что мне нравится рисовать. Я хочу построить новые дома, которые еще не строили. И даже уже начинаю делать планы новых домов. Я хочу стать ветеринаром. Мне нравится лечить животных, потому что я люблю животных. Я хочу быть спортсменом по плаванию. Я хочу стать дизайнером, потому что мне нравится делать одежду. Я хочу научиться шить одежду для собак и для людей. Я хотела бы стать палеонтологом, потому что я люблю вести раскопки и мне очень нравятся древние животные. Я хочу стать дизайнером программы или сенсора. Я хотела бы стать IT-программистом и работать на JavaScript, потому что мой брат предлагает мне работать в компании. И еще я хочу, чтобы люди наконец-то могли пользоваться нормальными программами. Я бы хотела стать врачом, чтобы помогать людям. Я бы хотела стать певицей, потому что я смотрела, как многие поют, и мне это очень нравилось. Я хочу стать кинорежиссером, потому что мне нравится больше всего смотреть фильмы. Я хочу стать ведущей программы о путешествиях, потому что мне кажется, что профессия должна доставлять удовольствие. Небо все в звездах красивых лиц. Мы бесконечны, мы без границ. Пусть эти звуки управляют нами. Руки над головами. Музыка летит за нами. Музыка летит за нами, руки над головами. Музыка мой вертолет. Хотела в будущем стать тренером футбола, учить детей, тренировать, гоняться мячом, чтобы было меньше бездомных животных, чтобы с ними хорошо обращались, не мучили их, не выбрасывали на улицу. Я бы хотела бы добавить к нашему городу много хороших роботов, которые будут помогать людям делать операции, больничные, и чтобы они защищали родину. Ну, в будущем я бы хотел, я хотел зарабатывать достаточно денег, прокормить семью, детей, ну, и чтобы всегда быть впереди. Я бы добавила летающие машины, ну, чтобы не загрязняли воздух там и природу. Я хочу, чтобы ученые изобрели такую таблетку, чтобы люди не старели и не болели. Программистом, потому что я люблю создавать игры, и я большее время провожу за компьютером. Я хочу стать хирургом, хочу спасать жизни людей и радовать человечество. Я хочу стать летчиком, потому что я хочу всегда быть на высоте и в прямом смысле
и в непрямом смысле этого слова. Я хочу стать инженером, потому что я люблю автомобили, и мне нравится как бы конструировать что-то новое. То есть мне нравится по своей инструкции изобретать, а не то, что уже придумали. У меня есть два выбора, но я склоняюсь все-таки к первому. Первый – это программист, но второе – это киберспортсмен. Я считаю, что киберспортсмен – это как хобби, больше, чем работа. А программист – это уже работа. Так что я склоняюсь к программисту. И мне нравится составлять программы и писать всякие команды. Я еще полностью не решила. Да и предположений как бы нет, но может в пятом классе, когда как бы буду лучше знать. Жизнь прекрасна, если ты поймешь, что счастье – это то, что ты живешь. Жизнь прекрасна, и она одна дана, что проступлится, что она. Эх, удивительная жизнь, удивительная, ох, удивительная жизнь моя. Я бы хотела изменить экологию, чтобы везде было чисто, и чтобы все люди не выбрасывали мусор, куда попало. Я хотела бы сделать приют для животных, самый большой в мире и самый лучший. Я бы хотела, чтобы люди не выбрасывали мусор и все. Сделать очень большую и хорошую футбольную школу или секцию, которые были бы... Очень хорошо появлялись хорошие футболисты, чтобы футболисты сами тренировали молодых игроков, которые хотят развиваться. Я бы хотел в будущем сделать весь мир более экологическим. И хотел бы, когда я закончу свою карьеру футбола, я хочу построить свой ресторан и готовить в нем лично. Я бы хотела, чтобы была экология чище. Все ездили на велосипедах или на электронных машинах, и чтобы не мусорили, и чтобы не было войны. Я бы хотела, чтобы война окончилась, чтобы вся планета жила в мире и счастье, и чтобы экология была на нашей планете чистая, и чтобы все люди были счастливы, у них не было никаких бед. Ветеринаром, потому что я хочу помогать животным, ведь я их очень люблю, и чтобы не было бездомных животных, потому что когда я вижу бездомных животных, мне их очень жалко. Я хочу стать футболистом, известным популярным футболистом,
Хочу зарабатывать денег, вычислить процент, дополнительный фонд. Я бы хотел бы стать военным инженером, чтобы создавать такие машины, которые будут защищать нашу родину, и машины, которые будут делать все за людей. Я хочу стать стоматологом, потому что я думаю, что эта профессия всегда будет востребована. Я еще точно не определился с выбором, но я точно знаю, что моя профессия будет связана с помощью людям. Я хочу стать тренером верховой езды, потому что лошади, они, во-первых, лечат, вылечить людей могут, и, во-вторых, из-за того, что я люблю лошадей. Я хочу стать художником-аниматором, потому что я люблю рисовать и делать анимацию, а также выкладываю свою анимацию в YouTube. Ничего себе! Покажи им всем! Покажи! Кто тут свеж? Нет, кто тут свеж? Ничего себе! Покажи им всем, что ты чувствуешь! Создайте нового животного, которого еще нету в жизни. Я бы хотел найти что-то грандиозное. В мире палеонтологии найти что-то новое, которое никто никогда не находил. Я хотела бы изменить архитектуру в нашем городе. Все дома, которые построены, я бы хотела их перестроить на новые. Я бы хотела изменить свою жизнь и переехать жить в Париж. Сделать летающие машины. Я хотела бы создать телепорты, они бы очень помогли людям. Я хотела бы изменить будущее немного, чтобы заводы никогда не засоряли там воздух, чтобы не было ничего плохого и не вредило природе. Я хотела бы создать такие кроссовки, которые позволят людям летать. Я хотела бы изменить JavaScript и CC++. Чтобы все люди были на этой планете здоровы и никто не умер. Я бы хотела придумать новую марку телефона. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Голову даду, паду, кружит голову, айду, паду, голову да. Дай мне.
хочу, чтобы вы всегда были здоровы. И хочу, чтобы никогда вы не знали, что такое война. Я хочу, чтобы вы были умны, такие, как вы и есть. А что сказать, как бы, что вы сделали на будущее? Мне бы очень хотелось в своих мечтах видеть вас успешными, доброжелательными, разумными. Чтобы вы сделали нашу Украину богатой страной. Чтобы вы хорошо устроили свою жизнь. Я вас очень люблю и буду помнить всегда. Мы 4-й!